ну, знаете, вот тренд сезона, вязаные свитеры, да, и мы решили, что деревья наши, наш городской парк тоже должен быть в тренде этой осенью и зимой. 36 мастериц создавали декоративные наряды для деревьев, однако помочь им стремились не только профессионалы. Впрочем, начало положено, а яркую аллею, а мечи могут украшать и дальше самостоятельно. За уже связанными гетрами организаторы обещают следить и в случае бушеваний погоды или вандалов, подлатать или заменить теплые украшения. Дарья Тюменцева, Станислав Никитин, Вести Омск.